15 лет он скрывался от правосудия. 36-летний гражданин Грузии находился в розыске с 2002 года. На родине уклонист совершил умышленное убийство. Чтобы избежать наказания, в 2003 году преступник незаконно проник на территорию нашей страны и долгое время скрывался в различных регионах под вымышленными именами. К счастью, поймать преступника все же удалось в результате оперативно-розыскных мероприятий. Его местонахождение на Ульяновской земле было подтверждено Национальным центральным бюро Интерпола. Задержанный оказался одним из лидеров организованной преступной группировки, действующей на территории Ульяновской области. Решением Засвияжского районного суда обвиняемый уже заключен под стражу. Сейчас решается вопрос об его экстрадиции.